Может быть, мы можем это сделать в городе? Ты что, думаешь, я шучу с тобой? Ты думаешь, я не отправлю тебя на корм рыбам? Ты думаешь, мы развлекаемся здесь? Хорошо, теперь стой. А теперь немного вправо. Давай, давай. Но хватит уже. Ты что, с ума сошел? Двигайся, Рекс. Хорошо, иду. Вот так, еще дальше. Что с тобой случилось? Ты же полицейский, ты знаешь, как я работаю. Я как бизнесмен, я получаю задания, я выполняю, поставляю им то, что им нужно. Что я еще знаю? Я знаю адрес и место встречи, это все. Хватит мне этого дерьма, назови мне только имя. Я же говорю, я не могу его даже выговорить. Попробуй выговорить. Я знаю, что тебе скажу. Я получаю 30 тысяч за эту работу. Хочешь, я их тебе отдам? Да, я их отдам тебе. Давай. Ты что, не хочешь получить 30 тысяч? Ты даже за год такого не заработаешь. Слушай, у меня есть назначена встреча. Говори имя или... Тим звонил. Скажи ему, что я умерла. Ау! Ау!